Всем привет! Мы находимся в центре города Эйлата, город на юге Израиля, на побережье Красного моря. Вот, меня зовут Егор. В последнее время очень часто смотрю YouTube. Очень нравятся некоторые блогеры и вообще, в принципе, вся эта индустрия. И хочется стать частью хотя бы небольшой, но этого комьюнити. Вот, поэтому сегодня засниму небольшой влог, чем, в принципе, будем заниматься, как проходит день, немного покажу вам Эйлат. Ну и сегодня, как ни крути, тот день, когда Лионель Месси наконец-таки станет чемпионом мира и поднимет кубок над головой. Ну, по крайней мере, очень на это надеюсь. Так что всем приятного просмотра. Посмотрим, что это выйдет. Так примерно выглядит центр Эйлата. Днем тут небольшие аттракционы. Мы уже на всех покатались, попробовали. На самом деле ничего такого. Это отель очень красивый, Квин оф Шеба. Сюда мы поедем с 1 декабря, решили будет праздновать Новый год. А дальше будут отели сети Израэль, Royal Beach и King Solomon. В один из них мы сейчас как раз таки пойдем. У нас там будут мастер-классы. Позже покажу вам обязательно, что и как. Это порт Эйлат Марина. Разных яхт и катеров. Аренда яхт вообще тут начинается от 1000 шекелей в час. Если на рубли, то это порядка 17-18 тысяч в час. Можно арендовать яхту и выйти в море, да, покататься. Здесь вот небольшая такая аллея с магазинами, буквально несколько брендов. И вообще, в принципе, вдоль всей набережной тут вот где-то магазины, где-то отели, где-то идут рестораны. Вечером тут, ну, немного по-другому, более красочно. Днем это выглядит как-то так. Вот King Solomon отель. Надо сказать, что выглядит как санаторий какой-то саудовский. Сейчас посмотрим, как там будет внутри. Все, мы в отеле внутри. Так вот это выглядит. Сейчас идем в местный спа. Посмотрим, как там установочка. Hi, how are you? Good, thank you. We will be working with you today. Hi, Kobe, how are you? Oh, yeah, I'm good. Hi. You work here? Yeah, today. Ah, I'm doing a lot of work. Okay. Yeah. You can make it. Так, сейчас Коби проведет нам инструкцию. О, инструкцию, эту экскурсию. The big room. Yeah. With the jacuzzi, right? Так вот выглядит спа, сетевой отель. Это доставка. Ну, как-то так выглядит спа в King Solomon. Неплохо. Миленько очень. Вот это, конечно, такая самая бодрая джакузи. У нас нет джакузи.
У нас есть сауна, кстати, сейчас, может быть, у них тоже есть сауна. Сейчас посмотрим. You don't have sauna? You don't have sauna? А, вон это. Фирменные напиточки. Бокертов. Dude, dry sauna, yeah? Ah, no, yeah. Not working on it. This one? Yeah. Ah, working on it. Yeah, baby. Sauna. Why don't you have a model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Yeah. Yeah, baby! Yeah. Ну что, наконец-то подошел к концу наш обучающий курс. Что-то новое подчеркнули, что-то старое повторили. В общем, было интересно. Готовились, организовали. Ну, в принципе, все неплохо. Вот, ну, сейчас идем болеть за Месси. Немножечко покажу пару кадров с Айлата. А Месси пожелаю удачи в сегодняшнем матче. Давай, Наталья, что думаешь? После какого камбэка Месси заберет кубок? Думаешь, нет? Я уверен, что да. Что у нас перебор? Такая вот атмосферка тут. Камбэк, конечно, вообще от Мбаппе в 2 минуты. Мы немного замерзли, зашли погреться. Смотрим, болеем, я очень переживаю за Аргентину. Наташа тоже.
Все, пенальти. Полетели смотреть пенальти. Очень большие порции делают. Прикольный итальянский ресторан здесь. Более-менее неплохие пиццы. Пасты. И вино. Такая вот атмосферочка. Вот. Сейчас еще покажу что-нибудь. Нет. Буквально вот тут вот смотрим футбол. Тут же кушаем. Очень сильно волнуюсь, если честно. Но надеюсь, Месси все-таки сегодня поднимет кубок над головой и все будет хорошо. Аргентину, спасибо большое за супер матч. Мбаппе просто вообще 4 гола, лучший реально, но Аргентина взяла свое. Я очень рад, спасибо Мундиалю, вообще за такие эмоции. Просто очень крутой финал получился. Очень крутой Мундиаль. Ну, я пошел есть, как-то так. За Аргентину, за Месси.